Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае колеблется изо дня в день, но все равно его значение остается высоким. О спаде очередной волны говорить преждевременно. Избежать неприятных сюрпризов поможет только вовремя сделанная вакцинация. Есть хорошая возможность получить прививку от коронавируса без предварительной записи в медицинском учреждении для всех желающих. Для этого работает в настоящее время мобильный прививочный пункт в центре города рядом с центральным рынком. В выездной бригаде медицинских работников помогают волонтеры. Мы очень рады принимать участие в этой акции выездной вакцинации. Мы помогаем организовывать всю эту акцию, помогаем также людям. Несмотря на выездной характер работы, здесь стараются соблюдать все установленные санитарные нормы. Есть необходимые средства индивидуальной защиты и специальный термоконтейнер для перевозки вакцины. Прежде всего, врач проводит осмотр желающего сделать прививку, измеряет давление, следит за состоянием пациента и после того, как ведет вакцину. Постоянная очередь около медицинского микроавтобуса говорит о востребованности этой процедуры. Те, кто вакцинируются как в первый раз, так и повторно, не скрывают своего удовлетворения от того, что им очень удобно получить прививку здесь, сэкономив много времени. Во-первых, я живу недалеко, на Проточной. И, конечно, я прочитала в местной газете «Заря Кубани» об этом. И нам прислали еще сообщение об этом. И я очень довольна, что заботятся о нас, и благодарна. Я уже не первая, это у меня уже ревакцинация идет, второй раз я пришла. Первый раз я прекрасно себя чувствовала, абсолютно. Второй раз я считаю, что это очень важно. Очень удобно, я прибежала сюда на рынок и заодно сделала прививку. У меня и муж вакцинированы, все абсолютно, вся семья, Всем вакцинацию надо обязательно проходить и не бояться. Если у вас нет противопоказаний, есть желание сохранить свое здоровье, то в выездном прививочном пункте всегда готовы прийти на помощь. Конечно, нужно иметь при себе документы. Серьезное заболевание потеряет свою опасность только тогда, когда ему будет поставлен заслон в виде коллективного иммунитета. Андрей Вишневский, Игорь Иванчуков, программа «События».